Итак, всем добрый день. Мы сегодня находимся в гимназии номер 7 Чехов. Вот нам передали корма. 6-й же собрал для приюта «Лохматая душа» корм, различные ветошь для того, чтобы животным было комфортно и очень хорошо в новом году. С Новым годом поздравляем вас, всем самым наилучшим. Спасибо вам огромное, спасибо. Вот очень много корма у нас. Спасибо большое, спасибо. Глазки беленькие вовсе. Старенькие такие собачки. Да, старенькие. Привет, мой хороший. Привет. Старушечка. Старушечка, да. Ну, такие вот старушечки. Ну, вот такие старушечки. Что, мои хорошие? Ну что, ребята, вот мы наконец-то переселили маму из клетки. Да, детки? Там у нас сена много. Да, сейчас мы делаем навес небольшой еще, чтобы, если дождь пойдет, детей защитить. Но это, ребята, опять же, ненадолго. Да. Главное, что детей убрали из клетки. Сена много положили. Ребята, мои хорошие, я обращаюсь ко всем вам. С новосельем и с новыми проблемами, друзья, с новыми просьбами к вам. Доброго вам всем здоровья и спасибо за то, что вы отзываетесь и нам помогаете.